szépen, megint várják a labdát, jön is Balogh felé, Balogh veszi át, 2-0! Норберт Балогх родился 21 марта 1996 года в Хайдубе-Сермень. С 7 лет начал заниматься футболом в местной школе, но довольно скоро его замечает Дебрецен, аналог нашего Локомотива. Поэтому команда из одноименного города имеет прозвище Локки. Дебрецен – второй по населению город после Будапешта. Команда достаточно успешно выступает в родном чемпионате. В 2010 году и вовсе выиграли все возможные титулы. В 2014 году Дебрецен принимает решение отдать молодого таланта в аренду клуб «Летовертеж», где Норберт заявил сразу о себе, создавая моменты и показав великолепную технику. В итоге, после 11 матчей и 2 голов, Дебрецен принимает решение вернуть его обратно. Во многом это способствовал главный тренер Элмер Кондаш. Балогх – необычный нападающий, в свои 19 лет он вымахал практически в 2 метра ростом, а если точнее, 1,97 м. Таких обычно называют каланчой. Он высок, худой в телосложении, но именно в этом плане он, конечно, не соответствует своим амплитудным данным. Норбин способен закрывать сразу 3 позиции. Он обычно играет чистого форварда, но способен также исполнять роль вингера. Хотя предпочитает играть в оттяжки, искать позицию и пространство. Норберт Балогх достаточно быстрый для своего роста. Он способен убежать от многих защитников. Туда же не сама скорость, а ускорение. Он способен мелкими рывками обмануть и вырваться от оппонента. Для парня практически 2 метра ростом любить играть низом удивительно. Но у него есть другие качества, которые его делают похожим на Златана Ибрагимовича. Уже сейчас Норберт отлично видит поле и способен играть на команду. Часто в этом сезоне партнеры по Дебрецену не раз огорчали соперника, именно спасав Балогх. В итоге сейчас Роберт Балогх один из основных игроков Дебрецена в свои 19 лет. Сыграл за все возраста молодежной сборной Венгрии и готовится к дебюту за основную. А мы пожелаем ему удачи и надеюсь, совсем скоро он перейдет в Реал, Барселону или Манчестер.